Рахмет, бақыт, армысыздар, құрметті әріптестер. Орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңында баспасөз конференциясын тікелей эфирде бастаймыз. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем прямую трансляцию с информационной площадки службы центральных коммуникаций. Сонымен бүгінгі баспасөз мәслихатының тақырыбы «Junior Eurovision» байқауына дайындық туралы. Тема пресс-конференции о подготовке к «Junior Eurovision». Еліміздің бас медиа алаңының құрметті спикерлерімен таныстырып өтейін. Меңілбеков Данияр Смадылұлы. Хабар агенттігі акционерлік қоғамы басқарма төрағасының орынбасары. Давид Чарлин, Junior Eurovision 2022 байқауына Қазақстан атынан қатысушы. Жан Мұқанов, продюсер. Алғашқа сөз кезегі Данияр Смадылұлы өзіңізге беріледі. Рахмет, әріптес. Құрметті әріптестер, қымбатты көрермен. Ең алдымен шақыруымызды қабыл алып, бүгінгі баспасөз мәслихатына, бүгінгі іс-шарамызға қатысып отырғандарыңыз үшін алғысымды білдіргім келеді. Өздеріңіз білетіндей, жаңа әріптесім айтып өткендей, бүгінгі іс-шараның тақырыбы, негізгі мақсаты хабар агенттігінің биыл осымен 20-ші рет өткізілгелі отырған балалар арасындағы Евровидение халықаралық ән байқауына хабар агенттігінің қатысатыны, қазір сол дайындық барысы және осы беделді бүкіл әлемге мәшһүр халықаралық ән байқауында еліміздің атынан қатысып, еліміздің намысын қорғайтын жас дарынымыз осы Давидпен таныстыру. Және соған дайындық жұмыстары жөнінде сіздерді қоғамды хабардар етуді мақсат еткен едік. Осы орайда биыл 2022 жылды мемлекет басшысы балалар жылы деп жариялаған білесіздер. Яғни бұл өскелең ұрпақты дәріптеп, шығармашылығын, өнеріне қолдау білдіру. Осы тұрғыдан алғанда бүгінгі ұйымдастырып отырған хабар агенттігі мұрындық болып жүрген осы шара балалар жылының негізгі мақсат міндеттерімен үндес келетіндігін айта кеткім келеді. Сонымен енді биылғы байқауға келетін болсақ, балалар арасындағы 20-ші рет өткізілгелі отырған Евровидение биыл Арменияда, осы елдің астанасы Ереванда желтоқсан айында өтеді. Оның Гран-при, гранд-финалы 11 желтоқсанға жоспарланып отыр. Хабар агенттігі осы іс-шараға қатысушы, оны ел аумағында көрсетуші, хабар таратушы ретінде осы ауқымды іс-шараны дәл сол күні 11 желтоқсан күні хабар агенттігінің тікелей эфирінен сағат 21:00-де көрерменнің назарына ұсынады. Осы енді өнер додасына келетін болсақ, биылғы байқауға жалпы 16 елдің жас өнерпазы қатысқалы отыр екен. Олар атап өтейін: Албания, Армения, Франция, Грузия, Ирландия, Италия, Мальта, Нидерланды, Солтүстік Македония, Польша, Португалия, Сербия, Испания, Ұлыбритания және Қазақстанның жас дарынды өнерпаздары қатысып, көрермен бүкіл миллиондап, 100 миллиондап саналатын көрерменнің назарына өздерінің өнерлерін паш етіп, бақ сынасып, кім мықтыны анықтайды. Енді хабар агенттігі Европадағы хабар радио хабарларын таратушы ұйым, одақ EBU-дың қауымдастырылған мүшесі ретінде осындай шараны өткізуге, оны ел аумағында көрсетуге мүмкіндік алып отыр. Бұл енді бұған дейінде қатысқан білесіздер, оның ішінде атап айтқанда 2018 жылдан бері еліміздің өнерпаздары қатысып, жақсы нәтижелерге қол жеткізіп келеді, оны көзі қарақты көрермен біледі, өнерсүйер қауым оны жоғары бағасын беріп жатқанын білеміз. Енді соларға тоқталып өтетін болсақ, 2018 жылы Минск қаласында өткен осы балалар арасындағы Евровидениеде еліміздің атынан қатысқан Данияла Төлешова 6-шы орын алған. 2019 жылы бүкіл өнерсүйер қауымды дарынымен, өнерімен тәнті еткен Ержан Максим Польшаның Гливица қаласында ұйымдастырылған өнер додасында 2-ші орын алды. Қарақат Башанова деген өнерпаз қызымыз 2020 жылы бүкіл әлемді дерт жайлаған пандемия кезінде онлайн ұйымдастырылған осы балалар арасындағы Евровидениеде 2-ші орынға тұрақтап жақсы өнер көрсетті. Ал былтыр мына Парижде өтті, осының алдында онда еліміздің атынан екі өнерпаз қатысты. Олар Али Нұрхамзин мен Бекнұр Жәнібекұлы. Олар жалпы командалық есепте жақсы өнерлерін көрсетіп, 8-ші орынға табан тіреген. Еске сала кетейін,
Енді бұл бізге не береді, е? Мәселен, біз бұның өнер байқауын хабар агенттігі арқылы көрсетіп, діттеген мақсатымыз не? Бұл бүкіл әлем бойынша жаңа сөзімнің басында айтып өткендей, миллиондаған былтырғы алысқа бармай, былтырғы байқауды алатын болсақ, 100 миллионнан аса көрермен көрген екен, соны тамашалаған екен. Сол арқылы, яғни, біздің дарынды қазақ даласының, қазақ елінің дарынды балаларын, жеткіншектерін әлемге таныту, өнерлерін жаңағы көрсету, сол арқылы әлемге еліміздің мәдениет тұрғысынан, қару-жарақ тұрғысынан емес, басқа жойқын күш тұрғысынан емес, өнер тұрғысынан, мәдениет тұрғысынан халқымызды таныту, жас өрендерге әлемдік сахнаға тікелей жол ашу, біздің мақсатымыз. Осы орайда орталық коммуникациялар қызметінің алаңын пайдалана отырып, 4 жылдан бері биыл осы 5-ші рет ұйымдастырылып отқан осы іс-шараның басы қасында жүрген, оның табысты сәтті іске асуына бар күш-жігерін, білім-білігін салып жүрген хабар агенттігі ұжымына және оның әрбір қызметкеріне жеке-жеке алғыс айта кеткенді артық емес деп ойлаймын. Жалпы енді сөзімнің басында айтқандай, балалар арасындағы Евровидение жөнінде қысқаша тоқталып өткен болдым. Енді еліміздің атынан қатысатын осы жастарымды таныстыруға көшсек, оның алдында бір шағын ғана 2-3 минутқа әзірленген бейнероликіміз бар еді, соны экранға берсе, соны бірге тамашалап алайық. Жақсы, назарларыңызға. Давид Чарли! Давид Чарли. Өнер әлемінде жаңа есім. Оның арманы төрткүл дүние асыға күткен Еуропаның ең танымал ән байқауы. Балалар Евровидениесінде топ жару. Давид тума талантымен биыл көпшілік назарына ілінді. Бақытты бала 2022 байқауында көзге түсті. Енді міне хабар агенттігінің қолдауымен биыл 11 желтоқсанда Арменияның Ереван қаласында өтетін әлемдік ән додасына аттанба. Еліміздің үмітін арқалаған Давид Чарлинге тілекші болайық. Құрметті көрермен, яғни көрдіңіздер өнерлі баламыздың әнінен қысқаша үзінді. Енді қысқаша ғана тағы да тоқталып өтейін, неге Давид, неге басқа емесе, біз оны қалай іріктеп алдық, яғни ұлттық іріктеу шаралары қалай өтті. Биыл Ақтөбе қаласында осы жазда Бақытты бала халықаралық ән байқауы өтті. Ол ән байқауға да 8 елден 20-дан аса өнерпаз қатысты. Олардың барлығы да алдын ала іріктеуден өткен, өз өнерлерімен жаңағы көпшіліктің көзайымын айналып жүрген жақсы өнерпаз балалар. Біз Бақытты бала халықаралық ән байқауын осы Евровидениеге Қазақстанның атынан баратын дарынды баланы іріктеп алатын байқау ретінде хабар агенттігі сондай шешім қабылдап, осы өнер саласында жүрген ән байқауында тәжірибесі зор Жан Мұханов әріптесімізді бірлесіп, осы фестивальге қатысып, сонда өнер көрсеткен балалардың барлығының өнеріне, жаңағы дарынына, сахнада өздерін ұстауы сияқты барлық жағының қырынан бағамдай келе, сараптай келе, осы Давид Чарлинді еліміздің намысын қорғау үшін Евровидениеге жіберу жөнінде ортақ шешімге келді. Бұл жөнінде қазір әріптестеріміз тағы да айта жатар. Енді қысқаша айтатын болсақ, енді осымен Қазақстанның атынан Евровидениеге Қазақстан 5-ші рет қатысқалы отыр. Өнерлерімен барлығы тәнті етіп келді, тек біздің халқымыздың тарапынан, көрермен тарапынан, бұқаралық ақпарат құралдары сіздер тарапынан, қоғам тарапынан осы байқауға қызығушылық танытып, өнерпазымызға қолдап, дауыс беру ғана жетіспей жататын сияқты, осы жағынан сіздерден қолдау күтеміз. Менің әзірше сөзім осы. Рахмет, Данияр Смадалиұлы. Сөз кезегі Жан мырза өзіңізге беріледі. Жаңағына ассаламу алейкум. Данияр мырза айтып кеткендей, осы бақытты бала халықаралық конкурс қой, Ақтөбе өткен. Сол жерде мен ғана емес, бұл жерде мен дегенде ол хабар агенттігі ғой енді. Бұл жерде үлкен алғысын, үлкен көмегін көрсеткен Димаштың әкесі, Димаш Құдайбергеновтың әкесі, Қанат Айтбаев мырза. 11 бала болды сол жерде Қазақстаннан. Бірақ бәрін тыңдап шыққан соң екеуміз шықтық сол бөлмеден. Шығып екеуміз бір дауысты айтқанымыз Давид қой е, деп екеуміз де солай бір шешімге келгенбіз сол уақытта. Вот. В общем-то история была очень простая, да, событие невероятно огромное, международный конкурс «Бақытты бала» в Ақтөбе.
проходил в серьезном своем масштабе. Он, кстати, тоже, по-моему, 5-й год подряд проходил. И вот из нашей страны 11 ребят выступало там. И агентство «Хабар» направило меня на поддержку этого конкурса. Я сам очень люблю Евровидение, особенно детское Евровидение. И это очень круто, что мы в этом году в 5-й раз летим туда, летим в Армению. И у нас есть все шансы, все возможности сделать что-то невероятное, вкусное. Так как у агентства «Хабар», агентство «Хабар» является членом Европейского вещательного союза, официально аккредитованным. И уже на этот год, что я слышу, а я нахожусь в международном членстве продюсеров, у агентства «Хабар» все есть возможности и шансы на следующий год выйти во взрослое Евровидение. Я на это очень надеюсь. Давид, слышал, да? Во взрослое. Ты можешь детское закончить, потом переходить на взрослое. Да? В общем, вот такая история. И мы надеемся, что все получится, все будет вкусно и хорошо. Сейчас идет активная подготовка. До конца этого месяца мы уже должны выдать песню. Два композитора пишут трек. Но самое главное, что один из главных композиторов – это маэстро Шангалиев, Хамид Шангалиев. Он уже приступил к работе. К сожалению, он сегодня не смог быть, он только прилетает сегодня ночью. Но если вы знаете, Хамид Шангалиев был автором треков Ержана Максима и Каракат Башановы, кои эти два артиста заняли вторые места. И, честно говоря, когда я ему позвонил, я ему сказал, говорю: «Хамид, вы уже дважды были там и дважды второе место принесли. Наверное, пора в третий раз за первым пойти». Он смеется, говорит: «Я, конечно, очень на это надеюсь». То есть вот как-то так. С Давидом у нас прекрасные отношения. В общем-то, есть полное ощущение, что это мой сын. У меня как раз есть двое 12-летних, ему 12 лет, замечательные. У него семья. И, в общем-то, я думаю, следующий надо задать вопросы ему. Спасибо. Рахмет. Следующий вопрос Давиду. Давид, расскажи, пожалуйста, о себе. Сколько тебе лет, с какого возраста ты занимаешься музыкой и кто ты по национальности? Мне 12 лет. Занимаюсь я музыкой около уже 3 лет, но профессионально, как мне кажется, я уже занимаюсь год точно. По национальности я армянин, но в душе, конечно, казах. И, конечно, жду поддержки от всех казахов. Я бы еще добавил, что мы ждем поддержки от всех армян. Тоже. От всех армянской диаспоры по всей планете, поэтому... Жду поддержки вообще от всех. А как идет подготовка к конкурсу? Есть чувство волнения? Подготовка идет хорошо, как уже и сказал Жан Муканов, уже пишется песня, я надеюсь, в течение месяца мы уже выложим клип на эту песню. Волнение, конечно, тоже есть, так как на мне большая ответственность, но я надеюсь, что я оправдаю все ожидания всех зрителей, в первую очередь, а также людей, которые поверили в меня и посчитали меня достойным представлять Казахстан на детском Евровидении. Спасибо. Құрметті әріптестер, енді біз сұрақ-жауап бөліміне өтеміз. Бірінші кезекте Әсем Гумарова, Олыс Медиа. Зум арқылы бізден бірге байланысқа шығады екен. Әсем, добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня слышно? Да. Вот, я говорю, у меня вопрос к представителю телеканала «Хабар», потому что вообще-то должен был выйти «Берег Куали», но теперь придется на этот вопрос отвечать вам. Летом счетный аудит выявил финансовые нарушения в вашем телеканале на 439 миллионов тенге и неэффективное планирование и использование бюджетных средств на тоже там чуть ли не тоже почти 500 000 тенге. Скажите, пожалуйста, как развернулась эта ситуация? Кто-нибудь был привлечен к ответственности? Шили какие-то разбирательства? Можете, пожалуйста, рассказать об этом? К сожалению, коллега, я не могу прокомментировать данный вопрос.
Во-первых, это почему? Не тема сегодняшнего дня. Во-вторых, я думаю, что речь идет о том периоде, когда при прежнем руководстве, да, насколько я понял, вы период не назвали, поэтому так как не владею данной такой информацией, я против, не могу прокомментировать. Но сейчас вы проводите аудит, вы проводите какие-то проверки, начали ли правоохранительные органы заниматься этим вопросом? Вы сейчас, как нынешний человек из руководства Хабара, можете объяснить, что происходит? К сожалению, прямо сейчас я, так как на руках у меня не имеется этой информации, если вы обратитесь к нам, я думаю, что мы вам более подробно разъясним. Ну какая на руках должна быть информация? Вы просто скажите, начались проверки какие-нибудь подготовка, или нет? Подготовка к конкурсу Евровидения. Но неужели представители телеканала не знают, начались проверки? Представители, да, представители Хабар вам ответят письменно. Мы переходим на следующий вопрос. Бағдат Асылбек, Азаттық радиосы, Зум арқылы бізге байланысқа шығу керек еді, бірақ қосылмапты. Серікжан Мәулетбай, Бесмедиа. Байланыста бар ма? Здравствуйте, меня слышно? Да, добрый день. Серікжан, мы вас слушаем. Здравствуйте, у меня первый вопрос представителям агентства Хабар. Поясните, пожалуйста, почему в этом году Евровидение взрослое не транслировалось на телеканале Хабар, и какие планы у телеканала по Евровидению взрослым? И проводит ли какую-то работу с ЕВС по тому, чтобы Казахстан принял участие в Евровидении, поскольку, насколько я знаю, у нас с Австралией примерно одинаковый статус? Да. Спасибо за вопрос. Да, действительно, в данном направлении у нас работа ведется. Наверняка вы знаете, чтобы принимать участие в данном взрослом Евровидении, Казахстан должен стать полноценным членом Европейской ассоциации радиотелерадиовещателей. В данном направлении агентством ведется работа. В последнее время мы усилили работу в данном направлении. Я думаю, что в будущем, как в своем выступлении упомянул Жан Муканов, я думаю, что в скором времени при положительном решении данного вопроса мы обязательно об этом сообщим, и Казахстан будет принимать участие во взрослом Евровидении. А что мешает стать полноценным членом? Это за один день не делается. Работа, комплексная работа на системной основе проводится. Я думаю, что на финальной стадии ведутся в данное время работы. Как будет принято решение коллегиально со стороны организации EBU, как Казахстан станет полноценным членом данной организации, мы обязательно будем прилагать все усилия, чтобы принимать участие в данном конкурсе. А можете пояснить чуть-чуть подробнее, какие требования сейчас выполняются Хабаром, либо еще не выполнены, которые нужны для вступления, для полноценного членства? Да, конечно. Да, давайте я добавлю. Так как я уже 5 лет этим проектом занимаюсь, в общем-то там история непростая сама по себе. То есть, чтобы стать полноценным членом, то есть, во-первых, они нам дали возможность проводить детское Евровидение. То есть по итогам детского Евровидения они за нами смотрели. То есть очень важно понимать, что все-таки если с Центральной Азии смотреть стран, то мы, наверное, единственные, кто сейчас вот попали в этот, скажем так, в европейскую историю. И они смотрели вот этот 5-й год. Я был, помню, сам лично свидетелем разговора 5 лет тому назад, когда я возил Данелю Тулешеву, что был такой разговор. Ну, давайте посмотрим, как в Казахстане будут проводить детское Евровидение. Точнее, готовиться, привозить участника. И на сегодняшний день мы показали самые лучшие результаты по чесноку. То есть 2 раза показали 2-е место. Но там вопрос даже не в месте было, а вопросов в общей организации, в отношении, толерантности, по всем позициям. А теперь во взрослой, после этих 5 лет детского Евровидения будет видно, какое к нам отношение по-взрослому будет. И вот в этот раз это те же люди, тот же состав, что во взрослом, что в детском. Поэтому после этой поездки как раз будет ясно и понятно, насколько к нам отношение изменилось и насколько мы соответствуем всем требованиям, чтобы пройти ко взрослому Евровидению. А не помешает ли отсутствие трансляции этого года конкурса? Отсутствие трансляции, разве не будет трансляции у нас в этом году?
В этом году же не показывали взрослое Евровидение. Вы имеете в виду взрослое Евровидение? Да, речь идет о взрослых. Нет, в этом случае нету. То есть у нас сейчас контракт подписан с ним конкретно по детскому Евровидению, поэтому все, что касается по-взрослому. Я, к сожалению, не знаю причину, почему не показывали взрослые, но могу точно сказать, что это не является каким-то важным моментом в этом вопросе. Второй вопрос у меня касается детского Евровидения. В какую сумму обходится участие Казахстана в Евровидении? Сколько денег уходит на подготовку и на отправку, и в целом на участие конкурса? И из каких денег эти из какого бюджета эти деньги выделены? Имеется ли госзадание кто-нибудь по этому проекту? Конкретную сумму назвать не могу, потому что это согласно договорным обязательствам, я не могу назвать данную сумму, а оплата производится за счет бюджета агентства. А агентство откуда берет бюджет? Из государственного заказа, который получает агентство, или же это рекламные средства, или какие-то другие? И то, и другое. У нас есть финансирование из бюджета, мы получаем, есть коммерческие доходы. Тогда скажите, какую часть из бюджета финансируется Из бюджета агентства, я вам скажу, в целом. Хорошо, спасибо, Серикжан. Спасибо, вопросов нет. Благодарю. Следующий вопрос. Мирлан Алтынбек, Хабар 24-тен. Осында екен. Саламатсыздар ма, менде мынандай сұрақ. Жалпы енді қазір саяси жағдай болғаннан кейін қауіпсіздік шаралары қалай сақталады? Ереванда, Армения елінде. Ол жағы жалпы қамтамасыз етілген бе? Енді бұл бірінші рет өткізіліп отқан жоқ. Жаңа сөздің басында айттым, 20-шы рет өткізіліп отыр. Байқау шарттары бойынша өткен жылғы байқауда женген елдің аумағында өткізілетіндігін білесіздер. Сондықтан да қауіпсіздік жағы бұл кез келген бұндай үлкен бұқаралық шарада алдын ала қарастырылатын, жан-жақты сараланатын тұсы ғой деп ойлаймын. Сондықтан да ұйымдастырушылы, біз енді ұйымдастырушы емес қатысушы болғаннан кейін олардың дәл қазір қандай әрекет жасап жатқандығы жөнінде мен сізге санамалап айта алмаймын, бірақ сеніммен айта алатын нәрсем, бұндай халықаралық шараларда қауіпсіздік шаралары міндетті түрде басты орындардың бірінде болады. Құдай қаласа, ол ешқандай штаттан тыс немесе қатысушыларға немесе басқаларға қауіп төндіретіндей жағдай болмайды деп ойлаймын және солай болуын тілейміз. Екінші сұрақ Давидтің өзіне болсын. Жалпы, Давид, сенің осы болашақ қарсыластарының арасында өзің танитын мықты қарсылас бар ма? Сильный участник. Өзің құрдастарының арасында? Иә, бар. Қай елдің өкілі ол? Испаниядан. Ол несімен мықты? Не, он считает, что он сильный, но не сильнее или сильнее? Не сильнее. Жақсы, рахмет. Жақсы, кезекте Амир Хайдаров, Хабар 24-тен. Осында ма? Здравствуйте, у меня вопрос к продюсеру и к Давиду, наверное. Можете немножечко открыть занавесу про рабочее название? Есть у композиции какой-то, он какой-нибудь посыл будет иметь? Может быть, что-то вложили от Давида, его историю рассказывайте, что в этой композиции, чего ждать нам и зрителям? Я прям чуть-чуть боялся этого вопроса. Объясню, до этого был вопрос по поводу безопасности в Армении. К большому сожалению, именно из-за ситуации вот такого конфликта легкого нам очень поздно выдали условия этого года. Каждый год, в принципе, условия чуть-чуть меняются, то есть они не меняются кардинально, они меняются процентов на 10-15, и мы достаточно поздно начали работу по проекту. Рабочего названия нет у проекта, у этого трека, потому что здесь самое главное — это все-таки сам трек, сама песня. Но косвенно мы думаем сейчас, и маэстро Шангалиев думает о том, что эта песня будет о любви к родине. А сейчас это рабочая позиция, то есть, и мы посмотрим, как получится дальше. Спасибо за вопрос. Рахмет, Амир. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болады ма? Болса, мархабат, тыңдап отырмыз. С кем-то из участников прошлого Евровидения
Лично вроде и ни с кем не знаком, но недавно на концерте Димаша познакомились с Алинуром. Очень понравилось общаться с ним, но, к сожалению, сейчас общаемся только онлайн через Инстаграм. Да, и Давид успел уже выступить за вот этот короткий срок на больших площадках. Он выступал уже с группой «Астудия» на одной сцене в «Дни города Алматы». Недавно на уникальном шоу Димаша Кудайбергенова. Он был в самом начале этого проекта, выступал как претендент от Казахстана уже на детское Евровидение. Так как все-таки папа Димаш имеет непосредственно отношение ко всей этой истории. И плюс у него уже был ряд выступлений больших на большой сцене. Вот завтра у него съемки на телешоу, поэтому для него это все новое. Но, как вы видите, ведет он себя так, как будто он это делает каждый день. Причем с первых дней он так себя ведет, чтобы вы понимали. А в ближайшее время будет клип или какой-нибудь такой? Мы выпустили три клипа. Три же, да, уже? Три кавера. Два выпустили, один уже был. И в ближайшее время также будет третий. Уже он готов, осталось только, я думаю, выпустить. Ну и ждем также песню. На Евровидении. Да, а не выйдет... хочешь раскрыть, о чем будет клип или песня там? Какая песня? Песня будет, кавер это будет. Он будет на это казахском. Это который послезавтра выйдет, да, уже. Ой, на днях выйдет, да. Да. Эта песня будет кавером на Imagine Dragons. То есть эта песня... Ну, я очень люблю эту группу, в принципе. Да? Вот. И также планируется выпустить клип на казахскую песню. О-о-о. Пока не буду раскрывать название. Не будешь? Да. Но уже проведена запись была этой песни, и осталось только снять клип. Отлично. Будем ждать. Какие у тебя планы на ближайшие 5 лет? Кем ты вообще хочешь? На ближайшие 5 лет? Это прям большой срок. Ну, я хочу стать артистом. Выступать на сцене. После Евровидения планы пока не ясны. В принципе, все. Может поменяться резко. С кем это вообще исполнено? Включите микрофон. Я бы очень хотела спеть одну песню вместе дуэтом с Димашем Кудайбергеном. В принципе, он мой кумир, и я стараюсь на него равняться, вот. А также из мировых, ну, Димаш тоже, конечно, мировой, но если считать... Зарубежных. Да, зарубежных композиторов, я бы очень также хотел спеть с группой Imagine Dragons. Спасибо. Народные песни, например. Знаете, раньше у меня был вкус только вот чисто поп-поп-поп. А сейчас у меня буквально мои музыкальные предпочтения, они очень прям размываются. И мне сейчас очень нравятся смеси разных жанров. То есть смесь там попа и рока, смесь попа и фольклорной какой-то музыки. И именно поэтому... Я и выбираю такие песни, которые являются именно смесью нескольких жанров. Уважаемые коллеги, еще будут вопросы? Если нет, мы Давиду желаем удачи, мы будем за тебя болеть, будем голосовать за тебя. Құрметті спикерлер, уақыттарыңызды бөліп, еліміздің бас медиалаңына келгендеріңізге алғыс айтамыз. Құрметті көрермені, құрметті әріптестер, осымен орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз мәслихатын тәмәмдаймыз. Келесі жүздескенше аман сау болайық.